праздник здоровья. Под Кратион мы знаем, что это Пан и Кратос, это высшая мощь. И я, как глава Русского космического общества, конечно, космос – это тоже высшая мощь, это тоже будущее, это наше общее будущее. Поэтому вам сегодня успеха, здоровья, и пусть сегодняшняя победа каждого будет победой нас всех. Спасибо.